Привет-привет! Сегодня у нас легкий салат с фасолью и с яйцом пашот. Для этого нам понадобится одно яйцо, 100 грамм салата, у меня айсберг. И вы можете использовать любой, какой вы хотите. Зеленая стручковая фасоль, у меня мороженая. Ее я буду варить. 7 грамм натертого твердого сыра, у меня пармезан. Соль, перец. Уксус, 1 столовая ложка, 3 грамма белого винного уксуса и оливковое масло, 7 грамм нам понадобится. Начинаем с того, что кипятим воду для фасоли. Вода почти закипела, отправляю туда фасоль и варю 3 минуты. К фасоли выкладываем листья салата и делаем заправку для салата. Для заправки смешиваем вместе столовую ложку оливкового масла, чайную ложку уксуса белого вина, соль, перец. Размешиваем. И заправляем этим наш салат. И размешиваем наш салат. Перекладываю фасоль с салатом в тарелку, на которую буду подавать. И посыпаю тертым пармезаном. Теперь переходим к яйцу пашот. Когда закипела вода, добавляем туда соль, столовую ложку уксуса. Разбиваем яйцо в отдельную посуду. Когда вода с уксусом закипела, перемешиваю и делаю в воде воронку. Потом прямо в середину воронки идет яйцо. Варю его так 2 минуты. Достаем яйцо. И выкладываем его прямо на салат. Вот наше яйцо пашот растекается. Так что все сделала правильно. Приятного аппетита!